Отойдите вы, он же прыгнет. Суицидник, что ли? Пойдем поговорим. МЧС, полицию вызвал? Да вызвал я. Проходите, не мешайте. Проходим. Лифт работает? Работает. Мы хотим тебе помочь. Семки будешь брать? А чё стоим? Чё ждём? Хотел бы сигануть. Давно бы прыгнул. Я сейчас прыгну. На счёт три. Давай. Раз. Угу. Два. Три. Чернигин Артур. Король Артур, так вы это из-за дамы все. Она на меня из-под земли смотрит. Мы убили ее. Это что, явка с повинной? Кто смотрит? Кого вы убили, дурак? Она мертвая, из могилы на меня смотрит. Понял. ВВД его отвезем, там очухается, все расскажет. Надо психиатрическую вызвать. Не хватало, чтобы он в ВВС удавился. Да это клоунада какая-то. Нашли дело на пустом месте. Ни заявления, ни трупа. Вань, врач считает, что у него мощное эмоциональное потрясение, причиной которого стало реальное событие. Реальное. Говорили с ним. Как он сейчас? Да бесполезно, он в дурке под препаратами. Артур Чернигин, 22 года, студент, родом из Томска. Привлекался за хулиганство, катался на поездах. Ну, в общем, он экстремал. Ну, хватит уже. Иван, надо проверить. Я видел, что начебучил. В интернете висит ролик, но я ни капли не удивился. Почему? Я преподаю курсу матанализ. Артур сперва блистал на экзаменах, а потом одни пересдачи. А на лекциях он то спит, то хохочет. А с кем из однокурсников он общался? Я за студентами не слежу. Извините, мне до конца перерыва нужно освежить в голове план лекции. Спасибо, Аркадий Владимирович. Эй! Студентики страшно, а тайны шепнули. Чернигин-то с прибабахом был. Неожиданно и информативно. Нет, ты погодь, он вообще нелюдимый был. Общался только с одной девчулей. Ира Архипова. Во френд-зоне у нее торчал. Простите, а вы что-то знаете об отношениях Архиповой и Чернигина? Нет. Архипова уже неделю не появляется в университете. Пропустила зачет. Я уверен, что это результат общения с Чернигиным. Нам нужны контакты этой Архиповой. В деканате есть ее данные, ее отца. Вот там вот справа. Он оплачивал обучение. Кофе, как две шаурмы стоит, блин. Постой здесь. Архипов, ваши документы покажите? Да. С чего эта полиция интересует прогулы студенток? Оперативная информация появилась, что ваша дочь могла стать жертвой преступления. Чтобы открыть разыскное дело, нам требуется письменное заявление родственника и доступ в квартиру Ирины. Напишите. Заявление писать не буду. Вас не интересует, что с вашей дочерью? Сам разберусь. Квартиру дочки не пущу. Разговор закончен. Танюш, ужин на плите. Странный человек сегодня попался. У него дочь пропала, ему все равно. Вот если бы я пропала, ты бы сполошилась, правильно? Ты и так целыми днями пропадаешь. Я пропадаю на службе, а ночую я дома. Угу. По ночам ты ловишь преступников, а я схожу с ума от страха. Танюш, ну не ходи туда-сюда, я смотрю. А я не знала, что ты любишь фильмы про войну.
Ты же у меня пацифист. Убежденный. Но к этому фильму имеет отношение твой дедушка. Я по поводу Руслана Нечаева. Нашлась наша звезда. Что он натворил? Он убит. Пропуск на Мосфильм. Держатель Нечаев Руслан Ильич. Это же Нечаев. Вы что, знакомы были? Известный киноактер. Большой барьер. Кто прячется в тени? Он хороший артист. Был. Судя по температуре тела, пролежал здесь всю ночь. Убили его не здесь. Сюда его привезли и выбросили. Ну, я думал, такой актер в люксе жить должен. Это пансионат, а не метрополь. Мы же в киноэкспедиции. Лёш, начинай обыск. Когда вы последний раз видели Нечаева? А, он вчера после съемки ушел к себе. Ассистентка утром за ней зашла, его нет. Сегодня работаем без Нечаева. Ага. Сергей Витальевич, у вас пропал актер. И вы не забеспокоились? Он первый, что ли? Как Русика на обложке журнала в прошлом году напечатали, все. Началось головокружение от успеха. Неужели от одной фотографии? Советский киноэкран. Я, режиссер, себе такого не позволяю. С ним вообще очень сложно стало работать в последнее время. В чем сложность? Искра ушла. Совсем на карате своим свихнулся. Лучше б водку пил. К нему вчера приходила женщина. Не знаете, кто приходил? Не знаю. Но бабы на него вешались. Звезда. О, какую-то штуку непонятную нашел. Может, наркотик? Это мумиё. Мне Лидка такое же притащила. Лекарство от всего. А вашу картину теперь закроют, раз главный герой? Тьфу-тьфу-тьфу. Сплюньте, ему 3 эпизода осталось. Концовку другую придумаем. Персонаж трагически погибнет. Многочисленные гематомы, сломанные ребра. Причина смерти – перелом основания черепа. Алкоголь употреблял перед смертью? Нет. Его забили насмерть, причем без использования какого-либо оружия. Голыми руками? На тыльной стороне предплечий – ссадины. Но костяшки пальцев не сбиты. Он прикрывался, но не отвечал. Нечаев – чемпион Молдавской ССР по карате. Кто мог забить каратиста? Может, это вам поможет. Этот фарфоровый осколок я нашел в раннем Нечаева. На экспертизу. Ищем женщину, которая приходила к Нечаеву. Она последняя видела его живым. Киношников я опросил. Молчат. Помада на окурке. Узнал, у кого такая? Слушайте, может, косметичку у них отобрать? А? Рискни. Давай. ДВПК это не велит. Запроси экспертизы по помаде. Заключение экспертизы по делу номер 311/03.
В результате исследования образца помады установлено. Данный образец является продукцией французского косметического концерна «Верлен». В СССР данная продукция не поставляется. Ларисина помада? Здравствуйте, Инесса Петровна. Пытаюсь понять, какая женщина может пользоваться помадой французской марки «Верлен». А, ну так... Любая женщина, которая следит за собой. А, ну не любая. Просто в СССР официально помада не продается, может, у фарцовщиков купили. На продажу везут модные цвета. Сейчас это перламутр. Нет. Эту помаду привезли на заказ. Любопытно, не знал. Вам зачем? Это подходит блондинкам, женщинам за 30, так как разбираются. И это не на каждый день, на особый случай. Мне лично такую недавно из Италии привозили. О, спасибо вам огромное, Инесса Петровна. А кто-нибудь объяснит мне, что тут происходит? Ларда, по работе. Держите. Убираем брюнеток и рыжих. Еще моложе 30. Нам нужна женщина с хорошим вкусом и возможностью покупать дорогую французскую косметику. Еще она курит. Но... А курит из этих троих заслуженная артистка РСФСР, жена режиссера Полуянова, Лидия Вершинская. Зачем вы заходили к Руслану Нечаеву в тот вечер? Бестактный вопрос. Ну, допустим, роль обсудить. Шампанское и цветы в номере для создания творческой обстановки? Вы правы. У нас по сценарию есть постельная сцена. Точнее, была. Теперь ее вырежут. Если это важно, когда я уходила, Руслан оставался в номере. А ваш муж знает о вашем визите к Нечаеву? Да ему начихать. Мне про его студенток в ГИКа регулярно докладывают. И потом у нас свободные отношения. Впрочем, спросите у него сами. Лидочка, тебе не пора на грим? Иду уже. Я понимаю, следствие, все такое, но вы отвлекаете актрису, у нее важная сцена. Ну, вас-то можно отвлечь? Что вам известно об отношениях вашей жены и Нечаева? Вы меня подозреваете? Зачем мне убивать Руслана? Из ревности. Ваша жена призналась, что той ночью репетировала с Нечаевым постельную сцену. Вы ее неправильно поняли. Это кино. Между актерами должна быть искра. А потом, если бы мы из-за каждого романа разборки устраивали, давно бы разбежались. И все же, где вы были ночью в день убийства? В преферанс играл. Проверяйте. А лучше поищите убийцу среди его знакомых. Какие знакомые? Имена, фамилии? Я не знаю имен. К Русику приезжал какой-то мужчина. Они что-то бурно обсуждали, ругались. Описать можете? Затрудняюсь. Видел издалека. На нем очки были, костюм. Извините, мне тоже пора. Полуянов всю ночь играл в преферанс. Выиграл червонец у оператора на мизерии. Ну и ладно.
Режиссер все равно на того не тянет. И Вершинская явно что-то не договаривает. Нечаев с народной артисткой спал, у которой муж космонавт. Он артиста и зарезал из ревности. Прямо из космоса прилетел и зарезал, скажешь тоже. Да нет, это банда каратистов на него напала, точно тебе говорю. Каратисты, космонавты, что вы читаете? Мы читаем прошлогодний журнал про артиста Нечаева, которого недавно убили. И вся Москва будет, вы же не слышали? Не в курсе? Я в курсе. О, это же Нечаев с каким-то каратистом. Удальцов В.А. Виктор Сергеевич, а карате же запретили с прошлого года. Запретили преподавать. Но мыслишь в правильном направлении. Нужно найти Удальцова. До свидания. Да. Вы хотите? Нет, спасибо, не голоден. Так что там про карате сложно стало? Еще бы. Вы даже кимоно запретили продавать. Я лично ничего не запрещал. Руслан общался с кем-нибудь из бывших коллег? Наверное. Карате запретили, но заниматься-то люди не перестали. Многие тренеры ушли в подполье. Вы знаете этих подпольщиков? Не-не, я от карате отошел. Вам лучше поинтересоваться у тех тренеров, которые ушли в другие федерации. Дзюдо, самбо. Понимаю, не хотите сдавать бывших коллег, но напоминаю, Руслан Нечаев убит. Вы знаете, недели две назад Русик говорил, что к нему обращался за помощью кто-то из тренеров. О как. Любопытно. Зачем? Кажется, какие-то темные личности интересовались карате. Ну, после запрета в милицию уже не пойдешь. Нечаев чем мог помочь? Он человек известный. Многие его слушали. Но сам мог порядок навести. Видимо, заигрался в героя. Перепутал кино и жизнь. Не знаете, кто обращался? У меня уже перерыв заканчивается. У нас с этим строго. Что, кефир? Леша, Удальцов мысль подкинул. После запрета из розничной торговли убрали кимоно для карате. Но каратисты же остались. Значит, они это кимоно где-то покупают? Может, из-за границы везут? Ну вот разузнай, побегай по барахолкам. Может, что всплывет. Нет заявления, нет дела. Если ее отец не ищет, почему мы должны этим заниматься? Офигеть, какая тачка у чувачела! Совсем блатные оборзели. Машину убери здесь, не парковка. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. А ты кто такой? Капитан Дудин. Уголовный розыск. Дудин? Капитан Дудин, очень неосмотрительно с твоей стороны хамить незнакомым людям. Майор Романовский, оперативно-розыскная часть Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы. Дудин, отойди. В каком клубе концерт даете, ночные шакалы? В бойцовском, малыш. Фейс-контроль там и жесть. А шансов у тебя примерно ноль. Я разрабатываю Архипова 3 месяца. А тут ваши красавцы с ксивами. И сейчас он просто ляжет на дно. Целых 3 месяца не можете собрать доказательную базу? Он контролирует распространение курительных смесей. Их состав не успевает вносить в список запрещенных веществ. А потом он просто меняет формулу.
Какие могут быть претензии? Архипов для нас пострадавший. У него дочь пропала. Возможно, убита. Интересный поворот. Вот интересно, ему в этом плаще нужна? Я Таня. Здравствуйте. О, вы-то как раз мне и нужны по делу Архипова. Знакомьтесь, майор Романовский подключается к нашему расследованию. Это еще зачем? Архипов у них тоже в разработке. Вполне возможно, что исчезновение его дочери связано с криминальной деятельностью Архипова. Я говорил, он наш клиент. Так, Дудин, меня пару недель не будет. Вся координация через тебя, ясно? Да. Ну что, я думаю, увидимся, Кирилл Дмитриевич. Желаю удачи. И, Юрий Николаевич, Архипов обещал разобраться самостоятельно. Нужно взять под охрану Артура Чернигина. Это я возьму на себя. Да и в плаще не жарко. Не переживай. Но у нас ни заявления, ни трупа нет. Мы даже официальный запрос в сотовую компанию отправить не можем. Телефон Чернигина помог бы? А кто тебе его из больницы без санкции суда отдаст? Кто отдаст, кто отдаст? Мобил короля Артура. Чего? Я его взял, когда мы на крышу вылетели. Никит! Чего? Я потом бы вернул. Ты серьезно, что ли? Ну, не я, так санитары бы его тиснули. Ну, зачем психованному телефон? Это незаконное изъятие вещественного доказательства. Вот что мне с тобой делать? Обнять и плакать. Его, чтобы разблокировать, нужно соединить точки на экране. Ну, как понять, что он тут рисовал? А стопе, стопе, стопе. Потожировые следы. Фартит. Король Артур экран не протирает. Пустой трёп студенческий, пара звонков Архиповой. А если геолокацию посмотреть, где он был в последнее время? Всякие магазины, клубы, рестораны. Вот, 20 мая он был в области на карьерах. Предположительно, тогда пропала Архипова. Может, он на пикник ездил. Но проверить стоит. Виктор Сергеевич, я отработал барахолки, ну и заодно себе джинсы купил. Американские. Любопытно. Но это продукция сухумских цеховиков. Хотя издалека выглядит как настоящие. Рассказывай. В Сокольниках есть артель инвалидов. Кимоно шьют, но по документам значится как пижамы. Сокольники, говоришь? Там зам по розыску Семенович. Толковый мужик. После запрета карате спрос на пижамы вырос. Основные клиенты – спекулянты с барахолки. 100 рублей за комплект просят. Все запретное дорого стоит. Недавно инвалидам заказ поступил сразу на 15 комплектов. Это же больше 1000 получается. Думаете, бандиты? Ну, а кто еще? Спекулянты на реализацию берут только пару пижам. У тренеров таких денег нет. Берем артель под наблюдение. С товаром приехал ранее судимый Гуляев по кличке Гуля. По оперативной информации ходит по дворам в законе Мартынов. Александр Мартынов. Где Гуля сейчас? В зале с каратистами. Они здесь по выходным у тренера Колупаева тренируются. Ну так давай познакомимся. Вас на местах! Милиция! Стой! Стой! Стой туда! Гуляева в КПЗ. Колупаев. А вам знакома 219-я статья, часть 1 УК РСФСР?
Незаконное обучение карате. Я трудных подростков обучаю. Вон, пускай спортом занимаются, чем по улицам шляются. Вы обучали ребят опасным приемам. Они клятву дают применять приемы только на татами. А вы уверены, что они эту клятву сдержат? Нет, ну просто вы сами беспокоитесь о трудных подростках, а помощь принимаете от бандита Мартынова. А на нем не написано, что он бандит. А вы же знакомы с Нечаевым. Я вас с ним на фото в одном журнале видел. Не ваши ли меценаты уголовники его убили, а? Так меня Руслан с Мартыновым познакомил. У меня трудности были, он обещал людей найти, которые помогут. А вот товарищ Нечаев-Удальцов утверждает, что Нечаев беспокоился, что бандиты лезут в карате. Верите Удальцову? Он человек скользкий, и в карате человек случайный. Это он Руслана с толку сбил. Что вы имеете в виду? Заморочил голову восточной философии. Познакомился с каким-то целителем нетрадиционным. Тышибашев, Тышибай Бабашев. Нечаев был целитель? Он что, болел? Откуда я знаю? Начал мумию принимать, медитировал, а вот недавно вообще вам милостыню просил, я видел. Удальцов стоял в сторонке, смеялся. Может, для роли? Не знаю, но выглядело все это стыдно. Слушайте, скажите, что с нами будет? Ну, пока ограничимся официальным предупреждением о недопустимости преподавания карате. Леш, проследи, чтобы ребят домой развезли. Почему вы в прошлый раз не сказали, что вас с Нечаевым связывали не только занятия карате? Вы не спрашивали. Понимаете, карате – это же не просто спорт, это древнее искусство, которое основано на постулатах дзен-буддизма. Не знал. Ну вот, а Русик, он интересовался. И я ему посоветовал необходимую литературу. Самоздат, конечно. Но вы же не из КГБ, и, я надеюсь, не сочтете это за преступление. Уголовный кодекс для всех один. И 70-ю статью антисоветской агитации и пропаганды никто не отменял. Впрочем, вы правы. Пускай этим коллеги из КГБ занимаются. А что связывало Тишибая Бабашева и Руслана Нечаева? Тишибая многие знаменитости в Москве знают. Он даже в этом звездном городке был у космонавтов. А что это за история, когда Нечаев милостыню просил? Да. Выпили мы и поспорили. А вы откуда знаете? От тренера Колупаева. Колупаев. Колупаев хороший человек. Но старой закалки. Раздул из мухи слона. Пошутили мы. Странно. Вы в прошлый раз говорили, что Нечаев мог стать жертвой бандитов. А Колупаев утверждает, что он дружил с вором в законе Мартыновым. Ну так, с известным человеком все выпить хотят. Не каждому откажешь. Ну, не буду вас задерживать. Всегда к вашим услугам. Слушай сюда. Будешь болтать с милицией, долго не проживешь. Да пошел ты. Спину бьешь, гад. Я тебе все равно не боюсь. Верю. Но следующими будут твои пацаны. Так что думай. Да! Я показал фото Удальцова режиссер. Плуянов уверен, что это не он разговаривал с Нечаевым в день его гибели. Вот оно. Посмотри-ка, сводка происшествий за последнюю неделю. Драка на рынке? И что?
а то, что двое парней избивают 5 торговцев из Узбекистана. А кто может избить 5 здоровых мужиков? Каратисты. Верно, каратисты. И произошло это за день до убийства Нечаева. Этой ночью напали на тренера Колупаева, и он сейчас в больнице. Еще один избитый каратист. Интересно, и кто же его? Отказывается говорить. Похоже, Мартын давит на свидетелей. Пора с ним пообщаться. И покажи Полуянову фото Мартынова. Привет. Привет. Мама Алена укладывает спать. Вкус странный. Это мумиё, поэтому вкус такой. Гадость какая. А где ты его взяла? А это не я, это мама у какого-то целителя купила. О вашем здоровье забочусь. Мумиё, между прочим, вся интеллигенция теперь лечится. А мне по блату достали. А целителя случаем не Тишибаем зовут? Даже вы о нем слышали. Потому что нужно быть в курсе новых тенденций. В 20 веке живем. Вот, пожалуйста, в «Комсомольце» столица статья о нетрадиционной медицине. Итак, член Академии наук Узбекской ССР Зафар Гарипов рассказывает о Тишибае. Что же вы все на Востоке-то помешались? Как искать будем? Территория большая. Пойдем по следам человеческой жизнедеятельности. Здоровица доброго! Вам не хворать. Че, заблудились? Ну, садись. Ноги-то не казенные. Я Никитос. Федор. Можно на «ты»? А прекрасную даму как величать? Татьяна. Стой, сейчас я тебе кресло принесу. Ты не бойся, оно чистое, там туристы забыли семейные. На, садись. Че, давно здесь на карьерах-то? Мальчик. Я всегда летом за город выбираюсь. А не люблю город. Там душно. Асфальт, машины, конкурент. А здесь все так оптимистичненько. Неплохо. Свалка рядом, вон. Туристы много чего забывают. Нормально. У вас кепка красивая, только женская. Ну, она вообще не в магазине куплена-то. Вот, зато когда солнце печет в маковку, очень помогает. А покажешь, где взял? А вон там нашел. Числа 20-го. Да, 20-го числа, точно. Как раз в этот день Артур был на карьерах. Вызывал опергруппу с собаками. А что это, хозяйка свою кепку с полиции ищет? Скорее мы хозяйку. Теперь нам заявление отца погибшей Архиповой не требуется. Примите наши соболезнования. Вы 4 ринку меня забрали. Кто это сделал? Подозреваемых пока нет, но мы найдем. Сам найду. Завтра придите, пожалуйста, на опознание. Очень одинокий человек. Ногти изуродованы. Под ногтями следы от досок. Это говорит о том, что она пыталась выбраться. Девочку живой закопали. Жесть какая. Псих поработал. Каких-то других видимых повреждений нет. Есть кое-что странное по биохимии крови, но это я уже сделаю дополнительное исследование.
про этого Чернигина колоть. Пусть ему таблетку дадут какую-нибудь, я не знаю. Или перестанут давать. Кепку ему покажут, в конце концов. Я сама съезжу в клинику. Пожар! Пожар! Что случилось? Человека убили! Помогите! Помогите! Человека убили! Переживаешь, чтобы Чернигин не самоубился? Я применил к нему силовое воздействие посредством легкого тычка. Ну, легкий тычок был, был, по факту. Не-не, согласен, просто я бы применил другой термин, знаешь, не тычок, а поглаживание. Звучит не так криминально. Попробуй в следующий раз. Угу. Начальство считает и ругается. Начальство читает и плачет. Что случилось в клинике? Кто-то бросил дымовую шашку в окно первого этажа, началась эвакуация, и преступник в суматохе убил Чернигина. Там что, нет охраны? Называешь фамилию, отделение реального больного и вперед. Вы, товарищ майор Чернигин, обещали под охрану взять, и что в итоге? Архипов самосуд устроил, доказать это будет крайне тяжело. Ты знаешь, капитан, я мечтаю посадить Архипова, но Чернигина он не убивал. Это вы сами кого-то прощелкали. Это кого мы прощелкали? Да просто товарищ майор хочет с больной головы на здоровую все переложить. Мы-то как раз ищем. Мы... Ключи голову, капитан. Мы. Ключевое слово. Погодите, Никит, помнишь, Артур на крыше говорил, мы ее убили? Ну, помню. Может, у Чернигина есть сообщник? Который заинтересован устранить Чернигина? Пока тот не очухался. Работать надо, коллеги, а не сваливать на других свои ошибки. Да, Дудин? А что вы смотрите? Взымайте компьютер Архиповой, нужны любые зацепки. Есть. Я нашла в облачном хранилище у Архиповой скриншот экрана телефона. Тут любовная переписка. Есть некий Брун-2000. Она его называет Ворчун. А сама подписывается «Твоя Ириска». Чего пишет? Ну, она пишет довольно активно, а он... довольно сухо. Нужен запрос в сотовую компанию. Ага, в Калифорнию. Это же интернет. У этого Бруна пустой профиль. Шифруется. Стопудово женатик. А что за псевдоним такой Брун? Астроном такой был. Не, Ваня, астроном был Джордано Бруно, а Виго Брун – математик. Ты-то про математика откуда знаешь? У меня матушка – училка. Терпеть не могу матан. Архипова пишет, что они видятся каждый день. Может, это происходило в университете? О, кстати, я там вот такой студенточки номерок тисал. А, в смысле, исключительно для работы. И сейчас я ей позвоню, все выясню. Танюш, прикинь, это доцент, с которым мы общались, оказался поклонником этого Виги Бруна. У него даже в кабинете его портрет висит. Класс. Жаль девушку. Отличница была. Вы с ней вне университета общались? Нет. Да я о чем? Извините. Привет с того света получил, Брун-2000. Это чья-то шутка. Она не может. А вот сейчас мы по чесноку потрендим. Она преследовала меня. Закидывала сообщениями, караулила, когда я был в аудитории один. Вы отвечали ей взаимностью? Нет. Я счастливо женат, у меня недавно родился сын. Я щадил ее чувства, говорил, что между нами быть ничего не может. Так в итоге было или не было? Говорю вам, не было. А тут врешь, дружок. Спал с ней. Лаборант с кафедры видела, как вы тискались. Один раз. Потом она из моей жизни устроила ад. Она тебя в край достала. И ты решил от нее избавиться. Да нет, не убивал я ее. Зачем мне ее убивать? А чего ж ты про ад-то тут рассказываешь? Вы опять все переворачиваете. Послушайте меня внимательно. Ира потом успокоилась. Вот, посмотрите, она прислала мне письмо. До своего исчезновения. Какая дура, что влюбилась в трусы и ничтожество. Теперь я встретил настоящего мужчину, открыл мне путь в новую жизнь. Я умру, чтобы встать из могилы и возродиться снова. Могила? Это намек, что она покончила с собой? Но она же не могла себя сама закопать. А ты мог. Да меня даже... И письмецо сам себе отправил. Да нет, меня даже в городе не было. Я был на конференции в Саратове. Голынский, вы задержаны по подозрению в убийстве Ирины Архиповой. Ты мне почему сразу не сказал про показания лаборантки? Какой лаборантки? А, да
Да я его напомню. Ты мне сам в землю ляжешь! Все, все, все. Мужики! Откуда Архипов узнал о задержании Галынского? Мы только в отдел позвонили, сообщили, что везем. Виктор Сергеевич, проходите. Не каждый день нас важняк с Петровки навещает. Разве мы знакомы, Мартынов? А мне про вас Клупаев рассказывал. Так это вы Гулю закрыли. Зря. Человек первый раз в жизни доброе дело сделал, а вы его в КПЗ. Что у вас за интерес к секции карате? Спорт любите? Детишкам помогаю, что плохого? Не верю в благородство вора в законе. А не ваши ли детишки недавно пятерых узбеков избили? Да вы там и Петровки какие-то сказочники. Вы встречались с Нечаевым, у вас был конфликт. Вы купили кимоно для подпольной секции тренера Колупаева. Нечаева забили до смерти. Теперь и Колупаев избит. Ну, кто тренера избил, я не знаю. А насчет Нечаева вы ошибочно думаете. Он был моим другом. А торговцы с рынка родственники? Моих узбеков присанули какие-то беспредельщики. Ваших узбеков? Чтобы было понятно, я колхозникам помогаю. Советом. В трудную минуту. Они пожаловались. Я сразу усек, что нападавшие каратисты. Вдвоем пятерых ушатать нонсенс. А зачем к Нечаеву приезжали? Попросил довести до коллег-спортсменов, что они не правы. Или я сам займусь этим. По-своему. А Руслан обещал помочь. Ну, если все, что вы говорите, правда, то подставили вы своего друга. Но он не ребенок. Он чемпион был. И мне все равно, найдете вы убийц или нет. Я сам их накажу. Слово даю. Что нападавшие хотели от узбеков? Глупый повод. Колхозники, кроме дынь, привезли еще мумиё. А нападавшие его отобрали. Солью посыпать надо. Пятно останется.